Мне нужно 435 граммов муки. Нам нужно масло сливочное. Значит, вот почти целая пачка 200-граммовое масло у меня ушла. Пол чайной ложки соли. Сахар, как я уже сказала, его совсем чуть-чуть. 2 чайные ложки. Дальше разрыхлитель и сода, тоже пол чайной ложки. Дальше я сюда добавляю сливки и кефир. Все, моя любимая начинка — это джем. Я делаю вот такой корж. Чайная ложка с горкой, практически столовая ложка. И вот так скрепляем. Я их вот так вот еще соединю вилкой. К желтку добавляем чуть-чуть соли, прям буквально каплю молока. Идеально просто пройтись, присыпать все это сахарным песком, просто сахаром. Температура в духовке 200 градусов. Духовка должна быть хорошо разогрета, это важно. И минут 20-25 на среднем, вот таком уровне духовки. Мы на это время про них забываем.